Для кого-то жизнь – это кратчайший путь из точки А в точку Б. То есть по прямой. Мой же путь извилист, как китайская головоломка. Мы расстались с Венди полгода назад. О, нет, не может быть. Вам же было так хорошо вместе. Тебе уже пора хоть что-то сделать, а не быть идиотом. И почему все так запутано? А как же дети? Привет, мам. Привет. Я переезжаю в Нью-Йорк. И я забираю детей. Что? Я не хочу туда ехать. Да Нью-Йорк супер, я тебе гарантирую. Вот теперь я тоже здесь. Да-да, нужно все рассказать по порядку. Раньше я считал, что моя жизнь не сахар. От режиссера «Испанки и красоток» новый фильм Седрика Клопиша. А теперь я понял, что моя прежняя жизнь была слаще сахара. Я, француз, приехал в Нью-Йорк, чтобы жить рядом с детьми, которых родила мне англичанка, которая живет с американцем. А теперь у меня есть ребенок от двух лесбиянок. Ты не обязан быть папой в классическом понимании. Есть законы, а есть законы. Тебе нужно с кем-то переспать. Тебя это успокоит. Забавно, что ты видишь свою жизнь настолько сложной. Ромен Дюри. Открой! Одри Тоту. Сесиль де Франс. И Келли Рейли. Считаешь, моя жизнь прогулка? Да я кручусь, как в аду. Сразу видно, что ты не жил в Китае. Китайская головоломка. Смотрите в кинотеатрах с 3 апреля.